Добрый день, уважаемые подписчики. Ну что, потоп мы пережили. Сейчас начинаем все восстанавливать, поднимать растения, которые упали. Вот сейчас я веду работы в лагинариях. Привез вот такие вот досточки, которыми вот так вот раскрепляю. Поднимаю все. Ну, получается поднять. Видите, раскрепляю все. Растения, конечно, замулило, пострадали. Вот, как видите, гниют листочки, потому что они были примулены, очень много воды. Они просто загнились. Здесь все тоже так само. Вот даже, видите, пропадает все. Все пропадает. Вот на примере дынь. Они просто от переизбытка влаги, из-за того, что все было во влажной среде, оно все пропало. Просто вот так поотсыхали. Ну, дыньки успеют созреть. Такая же история и с арбузиками. Бурьян колоссальными темпами растет. Этот арбузик оказался чуть на возвышенности, он уцелел. Ну, кто предыдущее видео видел, вот это все было повалено. Я все поподымал. Просто забивал рядом колышек глубоко, подымал и привязывал вот проволокой. И так теперь, в принципе, все поднялось, стоит, потому что тут очень много трихозантов. Вот видите, примулено. Земля осыпается. Надо потом будет взять шлангу и все смыть. Потому что от земли будет гореть. Вот все в земле. Ну, кое-где, конечно, так провисает. Но главное, оно в воздухе проветривается. И, возможно, не заболеет и будет. И будет какой-то урожай. Ну, абсолютно. Все тут вот с этой стороны я поднял. Вот, гляните, какие уже трихозанты. Скоро будут созревать. Здесь лагинария пропала. Очень красиво вот этот динозавр. Здесь лежит. Вот лопата. Все натягиваю. Там натянуло, тут поднимаю. Ну, что-то подниму. Здесь поднял. Красивого вида, конечно, нет. Хотел показать вам красоту. Ну, уже покажу то, что осталось. Вот, посмотрите, просто она гниет. Вот она гниет. Это она уже стала, загнилась. Высыхает и гниет от переизбытка влаги. Но большая часть лагинарии пропадет. Так же самое и тут. Все гниет. Этот ряд мамардики тоже пострадал. Но баклажанчики целые. Ну, жизнь продолжается. Какой-то урожай мы получим. Не будет просто красоты, которую хотелось показать. Вот дыни тоже, смотрите, уже созревают. Но они из-за того, что замуленные. Это все было, стояла вода. Они просто теперь высыхают. И гигантскую тыкву тоже примулила. Вот, кстати, она, все интересовались, как там поживает гигантская тыква. Растет сейчас где-то 100 килограмм.
Как она продержится, не знаю. Просто посмотрите плети. Их там замулило. Они тоже могут гнить и пропадать. Ну, гигантской тыквы может и не быть. Ну вот, смотрите. Чисто. Вот идет. Все примулено. Вытягивать не буду, потому что она может тоже пропасть. Так, есть шанс, что пустит корни и будет расти. До помидор мы еще не дошли. Они пока что лежат. Амарант вот положила. Лежит. Там тоже амарант лежит. Здесь амарант стоит. Стоял. Ну, радует то, что хотя бы по несколько кустиков или по несколько плодов осталось отдельных хороших культур. Смогу собрать хотя бы для себя семена, чтобы в следующем году посадить их повторно. И кое-что будет и на продажу. Вот кукуруза лежит. Картофель была подгорнута. Здесь разровняла. Просто разровняла. Да, уже подвязал бы помидорчики, но так как сейчас надо убирать мусор с огорода, поднимать то, что было уже подвязано, не успею я все помидоры подвязать. Ну, красота осталась. Вот смотрите, подсолнух какой красивый, декоративный. Это астра, розовая астра называется. Отдельно сниму обзор на него. Очень красивый, смотрите. Это же красота просто. Подсолнух уцелел. Цветочки тоже уцелели. Эти цветочки целые. Бурьян, конечно, лезет. Это просто какой-то ужас. Бешеными темпами. Да, влаги очень много. Поэтому он и лезет. Помидорчики тоже из-за избытка влаги начали трескаться, болеть. А вот здесь завалились, видите? Лежат. Буду пробовать их поднимать. Часть стоит, часть лежит. Здесь завалились помидоры. Мультифлоры. Только там уголок пострадал. Здесь целые вот эти подсолнухи. Смотрите, какие они очень красивые тоже. Теперь, кстати, подняли почти весь. Будет с него толок. Кто видел, он лежал. Это мусор, который принесло с канавы. Здесь и стекло, и батарейки, что хочешь. Это подсолнух с мусором. Подсолнух тоже половина осталась, половина подымем, что-то получим, какой-то урожай. Перец подняли, вот видно он весь в мусоре. Тоже мусор, который собрали. Малина. Ежевика чудом уцелела. Разломанная слива. Это морковка и бурячок, которые в марте еще садили. Здесь все снесло. Клубнику размыло. Яблочки висят. Ну, хоть яблочко будет.
И вот здесь, смотрите, что сделала. Это черная кукуруза, новые американские сорта, которые мы получили. Черная сахарная кукуруза. Чуть поднялась, подняли, там. Здесь лежит, еще попробуем поднять. И люцерна, которую мы для кроликов здесь посадили. Посмотрите, сколько здесь мусора. Надо вручную все собирать. Стекло. И вот стекло. Я думаю взять косилку. Стекло соберу, возьму косилку, все это под ноль выкашу. И мелкими граблями надо будет сгребти. Попробую так. На этом прощаюсь. Следующее видео буду снимать уже обзоры огорода. Всем пока.